Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами мистер 8159, и в этот раз я снова прохожу в автодет, и на этот раз я буду отключу звук полностью, чтобы вы вообще ничего не слышали. Ну, а я буду играть, буду комментировать, все нормально. Это будет прохождение, то есть какое нафиг прохождение. Короче, мы просто будем играть в автодет. Поехали! Играю я нет милосердию. Да. Нет милосердия. На сложности нормальной. И стройка, да. Ладно. Все, давайте играть. Так. Так, тут нормальное количество мобов. Каких нафиг мобов, блин? Так. Ай, блин. Ай. Да. Интересно. Вау. Круто. Так. Ну что ж, давайте идти дальше. О, толстяк, привет. Фу, дьявол. Так, я тоже выключил звуки, так что я тоже ничего не слышу. Как и вы. Ой, блин. Так. Блин, афя я взял этот... Надо было взять дробовик. Да ё-моё. Да сколько на тебя надо патронов тратить? Какой-то ты гад, да? Да. Ай, тихо. Так, ладно, идем. С пестиком. Водяным. На. Уничтожь баррикаду. Ага. Где баррикада? Так, ну я понял уже, какую баррикаду надо уничтожать. Так. Так, блин. Блин, мне туда пройти не надо. Чёрт. Ага, баррикада. Я не понимаю, где будет это. Ага, я же вспомнил то, что оно, короче, горит, типа. Ну, короче. Так, всё. Приготовились, взяли УЗИ. Не, пистолет. УЗИ. Пистолет. УЗИ. Пистолет. Аптечку. На тебе. На тебе. Самое лучшее оружие. Выбирайте аптечку. Не, на самом деле, УЗИ. Ай-яй-яй-яй. Тогда я тебя бахну. На. На. Ой. Так, блин. Окей, я не могу тупо, блин, столько держаться, потому что они тупо нападают. Ну. Они нападают. Блин, везде. Они тупо везде нападают. Рука. Блин, а ну чё за фигня? Я нифига не вижу. Я не вижу, где кто. Я не вижу нифига. Блин, чёрт, мне нужна аптечка. Блин, Так, окей. Самолечение. Да, действительно так. Стрельба на войне такой. И пьем минералочку. Стаканчик. Так, ладно. Не-не-не-не-не, хрена с два, ты не заберешь. Да. Так. Куда теперь? Ага. Ага. Так. Взрывоопасная штука. Есть что-то? Патроны. О, да. Я так и думал. Коктейль Молотова. Хотя бы что-нибудь. Так, ладно. Так, что тут? О, компьютеры. Так, о, второй пистолет. И компьютеры. Так, надо уничтожить, потому что я не хочу, чтобы они потом сидели за контактом. Так что надо их полностью поуничтожать, эти компьютеры, чтобы они потом не это... Не работали. И не могли сидеть в контакте.
Так, давайте тут еще компьютер есть. Так, проверим. Так, ну это коробки. Ну, коробки не нужны им, наверное. Так, где же? Где еще? Так, стол. Ой, еще один стол двойной. Так, все, больше дверей нет. А, вот еще одна. Может, тут есть еще компьютер? Нет, тут унитаз. Давайте, чтобы, когда у них запор будет, давайте лучше сломаем туалет. Так, чтобы когда они смывали, ничего не отправлялось. Все. Теперь застрянет все тут. Все, можем уходить теперь. Вот туда. О, да, патроны и все. Окей. Так, давайте вот сюда вот возьмем патроны. Так. Там толстяк. Давайте. Блин, почему тут нельзя нажать на Ctrl и как в Майнкрафте, Optifine. Так, стоп, значит нам туда. Окей. Идем вперед. Так, тут ничего нет. Так, ох ты, толстяк. Есть. Бью толстяка на расстоянии. Самое главное убивать толстяка это на расстоянии, потому что если вы к нему подойдете близко, то тогда он тупо взорвется нафиг и все. Ой, какой взорвется. Пукнет. Окей. Так, пошел нафиг. Короче, давайте уже посложнее кого-то я хочу. Там танка, например. Только не ведьму, потому что ведьмы меня постоянно убивают. Так, вали ты уже. Не достали, их слишком много. О, да, наконец-то. Ай, блин. Блин, черт, окей. Беру свои слова обратно. Это тупо. Блин, коктейль Молотова у меня уже есть. О, я придумал. Эй, ребятки, кто тут есть? Ага. На тебе. О, взрывоопасная штука, люблю. Так, ладно, я ее с собой возьму. А как она выглядит? Только странно одно, почему она не взрывается? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это курильщик. На, ой. Так. Что-то я никого сейчас не... Ой-ой, круто-круто-круто. Вкусно такая. Кишки. Ой. Странно то, что они нападают в... Короче, их мало как-то осталось. Ого, мало, блин. Эй, нет, нет, нет. Пошел нафиг. Пошли вы нафиг. Ребята, отходим. И, оу, несколько уничтожено. Так. Блин, прости, у меня аптечки нету, Билл и Луис, так что мне придется... То есть вам придется обойтись без аптечки. Так. Ну, куда дальше переть? Переть? Куда дальше переть? Думаю, сюда. Но тут никого нет. Если никого нет, значит, тут никого нет. Окей, непонятно что. О. Ребятки. А, я походу понял, да, нам сюда. Потому что тут дверь открытая, то есть нас уже встречают. Да, нас уже встречают, действительно. Танк. Зря я это сказал про танка. Надеюсь, я в этой хотя бы серии не умру. Хрен нас два тебе, хрен. Хрен! У меня 11 хп. Ну, хрен нас два. Ну блин, я это тогда не выложу. Не выложу я это. Охренеть. Он всех поубивал. Второе нубство. В Left 4 Dead. Странно. Когда я, блин, выигрывал, то я по-настоящему выигрывал. Привет, Билл, давай я тебя застрелю. Помогу тебе. Ай, блин. Ну, черт, что за херня? Ну, что за херня? Блин. Нубство номер два. Назову я так, походу. У меня 125 хп, ничего нету, черт. Что делать, что делать? Охренеть. Оно убило танка!
Ко мне самому надо встать из этой хрени. Блин, ну это было хреново, хреново. Блин, тем более из-за того, что я в текстурке застрял. Охренеть. Все, наконец-то. Да уж, все, я больше не хочу боссов, особенно глобальных. И идем отсюда. Надеюсь, уже танка не будет. Ура! Таблетки и это. Извините, что я вам ничего не оставил. Ладно, на тебе. Я тебя пальчу. Надеюсь, скоро это задание закончится, потому что я, блин, уже хочу быстрее уйти отсюда. Так, ну, думаю, все, можно уже идти. У меня есть таблетки, это слава богу. И тут очень много зомби. И коктейль Молотова. Нет, вот этот, блин, возьму. Валим теперь. Так, окей. Тут тоже надо, чтобы не провалил, ой, не смывалось ничего, чтобы. Блин, а ты, ой, отойди. Так, ну, это что, это самолет? Ох ты. Так, нам типа сюда, что ли? Да, но куда идти? Ладно, давайте сюда. Я не понимаю, куда сейчас идти, потому что... Ой, выключи свой фонарь, точно. Ведьма. Я не люблю ведьму. Может быть, нам вперед надо идти, но я этого даже не знаю, потому что... Так, ладно, все, можно теперь... Ну, теперь точно понятно, что я иду в правильном направлении. Да ё. Есть, снова убил толстяка. Что я уже точно знаю, то что его надо убивать на расстоянии. Так. База, наконец-то. Ребята, уже заходим. Потому что мне это уже совсем надоело. Умирать и... Я реально чуть не умер. Так что, надо сейчас умереть, попытаться. Давайте их уже всех застрелим окончательно. И уйдем отсюда. Так, окей, ладно. Не будем жалеть патроны. Где тут база твоей дивизии? Где база? Где база? База. Ой, ведьма. Нет, только не на этот раз, ведьма. И давай, давай. Все, вас я не пущу. Быстрее, идиоты. Так, сразу возьму аптечку. Ну, закрывай уже. Yes, наконец-то мы прошли хотя бы один уровень во главе. Блин, в этой главе всего лишь 4 уровня. Я прошел только первый уровень из всей главы. Это очень тупо. Да. Да. Ну, наверное, я уже на этом закончу. Видео уже длится не знаю сколько минут, потому что я не могу посмотреть, сколько оно минут длится. Да. Следующая миссия, походу, будет или не будет. Не знаю, будет или нет. Но обязательно подписываемся на новое видео. Оставляем комментарии, ставим лайки. Всем спасибо за просмотр. Следующее видео я не знаю, когда выйдет, то есть следующее видео по Left 4 Dead. Не знаю, когда выйдет, но может быть где-то через недельку, я не знаю.
странно, как то, что лампочку нельзя уничтожить. Ну ладно, да, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.